пойдем вместе в магазин. А что в магазине продается? Что, Полинка, продается в магазине? Фрукты, молодец. Игры, общение и обучение. Вот уже на протяжении почти 4 десятилетий Татьяна Щеглова воспитывает малышей в 67-м детском саду. Сегодня она работает в специализированной группе с нарушениями речи. Каждому ребенку у нее индивидуальный подход. Опытный педагог легко находит контакт и общий язык со всеми детьми. Прежде всего нужно любить детей. Так как я профессию эту выбрала осознанно, люблю детей, сама многодетная мать. Поэтому мне дается все легко. Хожу на работу, как на праздник, с удовольствием. В учреждении Татьяну Николаевну ценят не только за профессионализм, но и высокие личные качества. Это отзывчивый человек, который готов прийти на помощь в любой ситуации, дать нужный совет и подсказать правильный выход. Для многих здесь она наставник, на нее равняются. Это очень грамотный человек, это очень инициативный, творческий человек, специалист, всегда с любовью относится к детям, всегда с уважением относится ко всем сотрудникам нашего учреждения. Человек справедливый, человек всегда впереди. Заслуженным авторитетом женщина пользуется и дома. Она мама 3 сыновей. Они уже взрослые, живут отдельно. Но регулярно приезжают к своей любимой родительнице. Когда вся семья собирается вместе, Татьяна Николаевна ощущает себя самой счастливой на свете. Хотелось мне, чтобы мои дети выросли порядочно, чтобы они были самостоятельные, активные, чтобы они уважали, ценили своих родителей и, конечно же, были друг другу, ну, как сказать, чтобы они помогали друг другу, заботились друг о друга, чтобы у них существовала взаимовыручка и взаимопонимание. И я считаю, что у нас это получилось. Ее младший сын Олег живет в Бобруйске. Он занимается промышленным альпинизмом. Старший Андрей возглавляет столичную фирму, а средний Вадим занимает пост первого заместителя генерального директора телекомпании СТВ. К слову, в прошлом он был руководителем холдинга «Бобруйское житё». Как и любая мама, Татьяна Щеглова гордится своими сыновьями, ведь в них она вложила всю душу. Мама для нас большой авторитет. Вот. В плане воспитания, мне кажется, она каждому из нас, у нее подход совсем отдельный, потому что я больше маму, старшие братья больше в папу. Наша мама очень добрая, веселая, с ней очень интересно разговаривать. Вот. Иногда, когда у меня какие-то вопросы или еще что-то, я всегда с мамой советуюсь, мы всегда обсуждаем с ней все. У Татьяны Николаевны 3 внуков, а совсем недавно родилась внучка. Роль многодетной бабушки ей тоже очень нравится. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.